дорогие зрители! На этот раз у меня очередная посылочка с AliExpress. Как видите, у меня 4 большие посылки. Лежат они у меня уже около 2 недель. Вторая неделя вот пошла. И наконец-то решила, что пора с вами поделиться и распаковывать вместе, в общем, сделать небольшой обзорчик. Давайте начнем с самой маленькой. Это самая маленькая посылочка из всех, что здесь были. Так, здесь штанишки, да? Штанишки из кожзама. Так. По низу нет резиночки. Так, кармашков. Кармашки ДОХ имеются. По бокам имеются 2 кармашка. Так. И, в общем-то, я постараюсь вам, естественно, показать их на себе. По размеру я уже вижу, естественно, они подойдут на меня. Ну, а вы уже посмотрите, как они идут на мне, идут мне или не идут. В общем, как они сидят на мне, покажу чуть позже. Дальше распаковываем следующую посылочку с AliExpress. Ссылочки, естественно, как обычно, я все оставляю под видео в описании. Так, я ошиблась. Это, кстати, посылочка не с AliExpress, а с Shein, да, или Shein, кто как, в общем, произносит. Все по-разному, в общем, этот магазин произносит, сайт. Так, заказывала я очень много. Давайте тогда эти посылочки так немножечко в стороночку сделаю. И вот, в общем-то, все, что было в этой посылочке. Давайте каждую посылочку рассмотрим, каждую вещь рассмотрим поближе. Так, эту скалочку я заказывала для сына, потому что у нас одной не хватало. Я с детьми частенько пеку, и я решила вот такую вот яркую взять для сына. Такую маленькую детскую скалочку с деревянными ручками. Здесь по ощущениям силиконовая поверхность вот этого салатового цвета. В общем, такая вот малюсенькая, очень удобная. Так, дальше. Опять же, для теста, для выпечки. Вот такой силиконовый коврик. У меня, в общем-то, он есть, но решила обновить, так как он у меня уже очень много лет, и в некоторых местах я его подрезала. Старый свой, имею в виду, силиконовый коврик. Поэтому решила, что пора обновить себе. Так, немного склеился силиконовый коврик. Естественно, я, прежде чем работать на нем, я его хорошенечко помою. Так. Склеился так сильно. По размерам он такой же, как мой старый. Вот так вот, с отметками. Голубенького цвета. Симпатичный коврик. Вот. Хороший, мне нравится. Далее я взяла... Так, давайте откроем и покажу поближе. Такие силиконовые, опять же, силиконовые формочки. Видите, маленькие. Но их штук... Так, 4, да. Я думала 3, но нет. Тут здесь 4 штуки для выпекания бисквита, коржей, чтобы все были одинакового размера и чтобы их не пришлось разрезать. Потому что я когда пеку бисквит, и потом самое мое нелюбимое, не знаю почему, хотя это считается не таким сложным, разрезать их на 3-4 части, да, чтобы для тортиков
эти коржики, и у меня почему-то всегда получаются кривые. Поэтому я решила попробовать с вот такими вот силиконовыми формочками, чтобы были у меня одинаковые размером бисквиты, коржики. И потом, естественно, когда буду печь, буду делиться своим результатом. Далее заказала очередную шапочку в салатовом цвете. Так. По ощущениям очень приятная, теплая. Имеются несколько торчащих ниточек, но я считаю, это не критично. Аккуратненько ножничками отрезать, и все будет прекрасно. Так, в общем-то, 100% акрил. Яркая шапочка. На зиму у меня имеется салатовый, ярко такой салатовый шарфик, и поэтому мне нужно было, чтобы комбинировал, ну, то есть такую шапочку тоже яркую подобрала. Далее, как раз таки вот то, что я до этого говорила про бисквиты, про резать их, чтобы на ровные части, да, для тортиков. И решила взять вот такие вот вспомогающие штучки. Я даже не знаю, как их на русском назвать, да. Я прикреплю вот сюда вот картинку, и вы сами увидите, какие они в работе. Имеются вот такие вот здесь кнопочки. В общем-то, здесь уже видно, да, вот эти вот штукенцы. Вот нажимаешь на кнопочку и вставляешь сюда нож. И, в общем-то, разрезаешь потом на одинаковые части бисквит. Вот. В общем, прикреплю сюда картинку, и вы сами увидите, какие они в работе. Поэтому, потому что я не могу точно описать и рассказать, как они в работе вообще. Так, далее, смотрите, какая прелесть. Красивая упаковка. И здесь вот такие вот милые-милые тапочки. Прелесть в размере М. Ну, мягкие, прям такие, вообще прелесть. Мне очень нравится. Милота, не правда ли? Такие вот оленята. Мягенькие. И в красивом пакете были упакованы. Подойдут на мой 39 размер. М. Далее. Кто понял, наверное, по названию, да, сразу и так понятно, что это за штука. Взяла ее также на пробу. Попробую, как она будет в работе, потому что круассаны мы любим всей семьей. И решила вот такой вот сделать, взять крутящийся, да, ролик в виде вот таких вот треугольничков, чтобы раскатываешь пласт теста и, в общем-то, проводишь по нему, как обычной скалочкой, но сразу же, в общем-то, вырезают вот такие треугольнички, чтобы было проще делать круассаны одинаковых размеров. Вот. В общем-то, до этого мы обычным ножом справлялись, а на этот раз я решила, то есть увидела эту штуку и думаю, а почему бы не взять и не попробовать? Вдруг она действительно классная в работе, и работа с тестом, с круассанами будет еще быстрее и приятнее. Вот, конечно, в деле я, естественно, с вами поделюсь и покажу, какая она в работе. Вот, даже здесь, как видите, на картинке вырезает вот такой треугольничек, и все одинакового размера, такие вот идеально ровненькие круассанчики. Вот, была недорогая, ссылочки все оставлю. Далее идет у меня рождественский костюмчик, пижамка, да, вернее сказать, пижамка. Очень приятно, это на синтетику не похоже. Сейчас даже я скажу вам, так, размер М. Так, 70% коттон и 30% полиэстер. Так. Коттон, это вискоза, нет? Коттон, я даже не знаю.
Итак, пижамка состоит из вот таких вот брючков и вот такой вот рубашечки с таким вот милым воротничком на пуговичках. На рукавах нету пуговичков, но тоже все симпатично сшито, без всяких погрешностей. Очень даже хорошее качество. Расцветка мне понравилась, рождественская. Естественно, буду делать примерочку, фотки, фотографии. И последнее все, что было заказано в магазине Shein, на сайте Shein, да? Или Shein. Не знаю даже, как правильно этот сайт, магазин произнести. Заказала вот такую вот гирлянду, ленту с LED-лампами. Она должна быть длинная, и работает она, в общем-то, на трех батарейках с переключателем. И, естественно, сейчас я пойду искать батарейки и посмотрю, как она в работе. Очень длинная, кстати, лента. Очень длинная. Итак, осталось у меня две посылочки. Я думаю, это с AliExpress. Так. Очень долгожданная посылочка, которую ждала я, в общем-то, не так долго, потому что это, в общем, пальто белого цвета. Заказывала я его 11 ноября. Сегодня уже 1 декабря, в общем-то, за, получается, сколько? 19 дней, да? 20 дней? Нет, даже, в общем, меньше чем за 3 недели я получила это пальто. Стёганое. Кто смотрит мои распаковки, тот, наверное, помнит, что у меня как-то были в предыдущих распаковочках тоже пальто стёганое, но в черном цвете, но было без всяких кнопочек, застежечек. На этот раз, видите, имеются застежки. Две кнопочки, да? Хорошо застегивается. Магазин называется Topis, да, или как, надеюсь, я правильно произношу. Очень даже хороший магазин. Я уже там также не впервые уже заказываю. У пальта имеется два хороших глубоких кармашка. Имеется на талии вот такие вот две петелечки для ремешка. Ремешок также имеется в наличии. Очень хороший, очень широкий. Пальто, я скажу, по толщине на зиму не подойдет. Для зимы оно тоненькое. Видите? Но для осени, для весны идеально. Вот. Естественно, я постараюсь показать это пальто на себе. Размер L на мои параметры 85, 70, 95. В общем, 85 грудь, талия 70, да, и бедра 95. Так, и последняя посылочка. Это бумажка с предыдущей посылочки. Давайте раскроем вместе с вами последнюю посылочку с AliExpress. Здесь что-то такое большое. Ага, все, по картинке я уже поняла, что это. Итак, в этой посылочке была вот такая вот коробочка и вот такой вот пакет. Очень хорошо упакованы, как видите. Очень защитный, хороший пакетик. И, в общем, сейчас покажу, что это. В общем, это ведро. Даже представляете, вот такие вот
я решила в этот раз сделать заказики. Тоже было это все сделано 11-11. Имеются вот такие вот ручки. В общем, это ведро раскладывающее. Давайте раскладем вместе с вами. Так, так, так. Все. Вот так оно выглядит полностью. Итак, почему я взяла это ведро со шваброй, да, как уже многие увидели по картинке, это швабра, потому что занимает мало места. Я люблю минимализм, я не люблю захламление в доме. Естественно, я взяла это только из-за того, что это ведерко, да, и эта швабра экономит место. Как видите, вот так вот он выглядит в складном виде, ведерочко. Вот так вот, в отличном состоянии, качество очень хорошее, никаких повреждений, все целенькое пришло, упаковано тоже, мне очень понравилось. И теперь давайте перейдем к самой швабре. Надеюсь, здесь все так же ко мне пришло целое, без повреждений. Так. Да, кстати, шли в наборе. То есть я дополнительно заказала вот такие вот дополнительные три штучки тряпочки, да? Так. Вот размера по длине. Далее. А, кстати, нет, 4 штуки получается, потому что одна уже здесь где-то. Теперь мне ее нужно собрать, разобраться, как она здесь собирается, складывается. В общем, это швабра самовыжимающая, да, за счет вот этой вот штучки. Мне еще самой нужно разобраться. Я ни разу такой не пользовалась. Так. Чтобы мне не сломать, да? Прежде чем ее собрать. Вот. Как она тут складывается, мне нужно. Наверняка вот эту воткнуть надо сначала. Так, закрутить. Так, закручивается, нет? Ага, все, что-то воткнулось и закручивается. Так, и последнюю вот эту часть наверняка. Так, закрутить. Все. Палочку, эту ручку мне получилось закрутить. Теперь мне нужно разобраться, как вот эту штучку. Ага, все, поняла. Так. Как же она дальше? Главное, чтобы ничего не сломать. Так, вот как она выдвигается. Сейчас буду разбираться. В общем, покажу ее потом в работе, эту швабру. И, в общем, оставлю все ссылочки под видео в описании. И надеюсь, кого-то заинтересует. И, может быть, кто-то решит себе тоже заказать такую вещь. Ну, а я пойду дальше разбираться с этой шваброй. И не терпится ее уже использовать в работе, да, посмотреть, как она моет и как она вот за счет вот этой штуки выжимает сама воду. То есть мне не нужно пачкать руки, мне не нужно мочить ручки. И, в общем, как эта тряпочка вот сюда, кстати. Видите, как она на липучечках здесь. И вот так вот вдевается обратно. В общем, не так уж все это сложно. Все очень даже легко и просто. На этом у меня все. Такая вот у меня получилась распаковочка с магазина, с сайта Shine и с AliExpress. На этом у меня пока все. Будем ждать следующих посылочек. Всем крепкого здоровья, хорошего дня или же вечера.
Всем пока-пока!